Всем привет! Продолжая серию выпусков на этой неделе, не могу не поделиться с вами одной очень крутой платформой, которая создавалась в течение нескольких последних лет и предстала в 2020 году в образе всеобъемлющей системы в сфере криптоторговли. И называется она NewsCrypto. На самом же деле данный блокчейн-трейдинг-проект представляет собой платформу наивысочайшего уровня, главная цель которой состоит в обеспечении как трейдеров, так и инвесторов набором всех самых высокодоходных финансовых инструментов, основанных на блокчейне, что, согласитесь, как никогда очень актуально. При этом сам NewsCrypto предстает перед нами в роли стабильного, самофинансируемого проекта с уже работающим продуктом, который по праву можно назвать чуть ли не самым лучшим среди других проектов в сфере блокчейна. А все потому, что разработчики данного проекта не сидят на месте, а вовсю реализуют все свои намеченные планы по развитию, прописанные в их дорожной карте. Что, как вы понимаете, лишний раз доказывает нам, что это фундаментальный проект с очень серьезными намерениями. Более того, проект прошел аудит, в ходе которого ему был присвоен рейтинг А, а это, насколько вы знаете, наивысший рейтинг среди всех возможных, что, я считаю, очень круто. Да чего ж там лукавить, совсем скоро будет запущено мобильное приложение, о чем, собственно говоря, сообщает нам новостная лента в их официальном твиттер-канале, где, как заявляют разработчики, данное приложение станет лучшим приложением в криптомире. Причем он легко сможет конкурировать с такими уже многомиллиардными приложениями, как CoinMarketCap, Blockfolio и даже с TradingView, что я считаю весьма смелым и дерзким заявлением. Однако все это вполне реально, потому что данное приложение призвано облегчить жизнь трейдера, ведь именно в нем на основе искусственного интеллекта будет формироваться рейтинг проектов, что в свою очередь позволит вам легко ранжировать их по уровням и выбирать при этом самые достойные. Также в рамках этого приложения вам станут доступны все самые передовые функции управления криптопортфелем, включая всевозможные индикаторы и инструменты, криптогеймификация и прочая аналитика, позволяющая шире взглянуть на происходящую ситуацию в крипторынке. Запущена же бета-версия данного приложения будет уже в декабре этого года, так что не пропустите это и скорее подписывайтесь на их официальные ресурсы, чтобы напрямую следить за их обновлениями. А пока медленно, но уверенно смещу ваш фокус внимания на сам токен данного проекта, который является настоящим сердцем данного проекта, способным поддерживать абсолютно все транзакции, возникающие в сети NewsCrypto. При этом отмечу, что токен NWC совместим со Stellar Lumen, что, как по мне, весьма перспективно, ведь помимо того, что токен NWC является многофункциональным средством оплаты, вознаграждения и накоплений, он также открывает перед вами доступ к другим различным выплатам и бонусам, которые, в свою очередь, позволяют быстро развивать всю экосистему. На самом деле, будущее у токена NWC весьма перспективное, потому что, судя по доступным графикам, токен прилично вырос за последнее время. Связан же этот рост с интеграцией большого количества платежных средств, среди которых есть как Apple Pay, Google Pay, Alipay, PayPal и многие другие фиатные платежи. При этом, как видите, токен уже вовсю активно торгуется на таких популярных криптобиржах, как KuCoin и HitBTC, с весьма неплохими суточными объемами в паре как к биткоину, USDT, так и к USD. Чему я отчасти очень рада. Но и это еще далеко не предел, потому что я уверен, что уже в самое ближайшем будущем NVC сможет дать аж 10-кратный рост, в ходе которого его цена вырастет аж до $5 в надвигающемся бычьем забеге, который, как предполагается, начнется уже в январе следующего года. Так что не упустите свой шанс приобрести в свой инвестиционный портфель по-настоящему перспективный криптоактив. Тем более, что платформа действительно стремительно развивается, где одним из последних продуктов, который она запустила, является торговый симулятор, который, я обращу ваше внимание, был проспонсирован всеми известной биржей KuCoin. Одним словом, команда разработчиков не стоит на месте, а самыми что ни на есть стремительными темпами врывается в мир криптовалютных приложений. Так что не проходите мимо, а скорее переходите в описание под этим видео и присоединяйтесь к NewsCrypto уже прямо сейчас, потому что я уверен, оно того действительно стоит. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. При этом не забывайте поддерживать меня своими лайками и подписками на мой канал Крипто Леди.
Ведь только так вы мотивируете меня записывать для вас еще больше полезного контента, который всегда подготовлю для вас с особым трепетом и энтузиазмом. Что ж, на этом у меня все. Благодарю вас за просмотр и желаю всем вам отличного дня и хорошего настроения. Всем удачи и пока!